Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис, короткое видео. Вы прекрасно знаете, чтобы деньги размножались, их нужно размножать. И я на данный момент ищу те варианты, где они могут размножаться. Попался небольшой вариант, нашел его в ленте новостей, честно признаюсь, что нашел его в ленте новостей. Вот такой вот сервис, Рубкоин, его сейчас активно пиарит ВКонтакте, активно пиарит везде. Что здесь можно? Ну, здесь якобы можно майнить денежки. То есть, вот, обменять на рубли. 100 монет здесь на данный момент стоит 1 рубль. То есть, вот, 2 рубля и рубль 15, это я тестил, и рубль 15 у меня уже на счету. Также можно увеличить скорость, чтобы они быстрее майнились за 150 рублей. Ну, особо я не буду вам рекомендовать, чтобы вот так вот вкладывать свои деньги. Ну, если не жалко 150 рублей, можете по ссылке под этим видео зайти и посмотреть в данный момент, сколько здесь можно заработать. Ну вот, судя по прибыли за день, здесь 309 монет. 309 монет, это получается 3 рубля. 3 рубля в день. И вот 9000 монет можете за месяц посмотреть. То есть, я так понял, чем больше вы оплачиваете, тем быстрее этот майнинг идет. Вот вы видите, что сколько, что и сколько здесь может быть. Суть не в том, суть в том, что здесь можно зайти даже без вложений. Смотрите, я нажимаю на выход. Когда вы перейдете по ссылке, у вас откроется вот такая форма регистрации. И вы через ВКонтакте заходите. Через ВКонтакте заходите и нажимаете запустить майнинг. То есть, и денежки начинают капать. Немного, но начинают капать. И так вот раз в 24 часа заходите и капает. За счет чего, откуда здесь деньги появляются? За счет того, что здесь люди заходят, вот увеличивает скорость. То есть, больше ниоткуда здесь деньги капать не могут. Есть служба поддержки, есть вопрос-ответ, можете почитать. Но на этом я заканчиваю свое видео. Кто желает зарегистрироваться, ссылка под этим видео на канале YouTube. Всем привет!